У меня был друг, которого никак нельзя было назвать успешным. Но он был перспективным, и у него была одна фишка. Он всегда летал первым классом. Я не говорю «делайте так же», потому что это не всем подойдет. Но ему это было нужно психологически. Он летал первым классом, потому что хотел думать, что он лучший. И несмотря на то, что денег у него было немного, он всегда летал. Я же не одобрял этого. Но это дало ему нужный настрой, и в итоге он стал очень-очень успешным. И я навсегда это запомнил. Он никогда не летал экономом, только первым классом. Хотя средств ему не хватало. Да, весьма неоднозначно. Но так он тренировал мышление.